Но я думаю, что мы были лучше. Первый тайм тоже провели вообще неплохо. И там в Химке не было моментов, кроме этого пенальти. Первый раз, когда у них было угловое, у них был пенальти. И для нас было это очень, могу сказать, большой шок. Но второй тайм, думаю, что и мы, и Химки играли повеселее. И игра была пошла там где-то на половине тайма. Были атаки со стороны Химки и наши атаки. И после этого гола, когда мы сравняли счет, могли и мы проиграть, и Химки мог проиграть. Так что второй тайм был интересный. Слава Богу, что мы успели забить два гола и что играли. Ну, знаете, как иногда думаю, когда одинаковые игроки одинакового качества играют по флангам, иногда меняют тренера, то, честно говоря, это решение мои помощники предложили меня, и я согласился, и вот хорошо, что удача была, забил. Инсканва ускоряется, приближается через штрафной. Гулиев возвращает мяч в центр, штрафной уже опасно. Эванс Канва, Ландратов не спас, даже штанга не спасла. 1-2 на 87-й минуте. Футболисты на Арсенале все ли хорошо, нет ли травмированных по горячим следам? Ну, там Смольников и Степанов жалуются, остальные живы-здоровы. И мы, Химки, были в очень плохом положении. Сейчас у нас чуть-чуть получше, но нам еще одна игра предстоит с ЦСКА. Так что должны готовиться, должны попытаться и там зацепиться за очко. Если успеем, было бы хорошо.